Девочки, всем привет! Сегодня к вам с новым видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать очень простой летний макияж. Вы просили побольше именно простых повседневных макияжей, я вас услышала, поэтому сегодня делаем еще один очень простой, очень легкий макияж. Я вам покажу косметику, которой пользуюсь очень часто в последнее время, поэтому, если вам интересно, как я сделаю этот макияж, то, естественно, оставайтесь со мной. Если вы впервые попали на мой канал, еще раз здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мы встречаемся 3 раза в неделю, говорим про косметику, делаем макияж, обсуждаем покупки. Если это то, что может заинтересовать и вас, присоединяйтесь, подписывайтесь. Ну а мы, как всегда, без долгих разговоров начинаем. Поехали. Давайте будем начинать. И начинать будем с бровей. Я вам никогда не показываю, как я делаю брови. Точнее, показываю только тогда, когда у меня меняется что-то в плане моего оформления бровей. Сегодня, так как вы просите иногда показывать брови, то покажу вам, как я оформляю брови свои практически всегда, уже последние полгода. Это карандаш от производителя Эвелин в оттенке Soft Brown. И это механический карандаш. С одной стороны сам карандашик, с другой щеточка. Я прочесываю брови. Брови у меня подкрашены краской, я их периодически подкрашиваю и заполняю те места, которые я вижу, что явно оголены, то есть там, где у меня волосков не хватает на бровях. Я их просто немножко лучше заполняю, немножко больше. Так, обычно это хвостик, обычно начало брови я не трогаю. Прочесываю вот этой щеточкой, которая с обратной стороны карандаша. И также хвостик могу просто подрисовать чуть лучше. Потому что мне нравится, когда именно эта часть, она самая выразительная. Так, готово. И смотрите, вот это у меня оформленная бровь, вот эта бровь не оформленная. В принципе, разница не очень большая, но такие пустоты заполнены и смотрится более густой, что ли. Моя заполненная часть, моя заполненная бровь. Но так как у меня абсолютно несимметричные брови, то я еще стараюсь их более-менее сделать асимметричными, потому что, да, у меня есть такая проблема. У меня не хватает волосков на вот этой брови, поэтому ее приходится заполнять чуть дольше. И сейчас мне их нужно просто уложить фиксирующим гелем для бровей, так как мои брови никогда не остаются на месте. И я буду использовать гель от производителя Релуи. Следующим образом он выглядит. Это бесцветный прозрачный гель для бровей, линейка под названием Perfect Fixing Brow Gel. И здесь нет, естественно, никакого оттенка, здесь только заявление, идеальная фиксация, удобная щеточка, содержит пантенол, уход и восстановление бровей. Насчет ухода и восстановления абсолютно ничего сказать не могу, потому что не заметила никакой разницы. Но брови фиксируют неплохо, не железобетонно, брови могут в течение дня куда-то уходить, но на данный момент я уже начала им пользоваться, у меня закончился гель от Bellur Design, и хочется мне закончить этот, он такой средненький, я бы сказала, поэтому пользуюсь им, но возвращаться не буду, возвращаться буду, скорее всего, гелю от Bellur Design, тоже прозрачному, он мне фиксирует брови лучше. Так, девочки, готово, это то, что я делаю с бровями, это обычно 2 минуты, это прям максимум на обе брови, особенно без моих комментариев, немножко прочесываю, заполняю и все. Далее будем приступать к макияжу лица, потому что сегодня будет более простой, более сосредоточенный все-таки на лице макияж, глаза будут абсолютно минималистичные, как в абсолютном большинстве случаев у меня летом бывает, потому что летом, когда жарко, я делаю прям минимум на глазах. И говоря про продукты для лица, буду начинать с базы, тирая светящегося продукта от производителя Charlotte Tilbury. У меня это оттенок под номером 3 Light Medium. И я буду наносить этот продукт на выступающие участки на лице. Раньше я к таким продуктам дорогим относилась, так, знаете, вот он у меня есть, и я буду использовать его для какого-то особого случая. Но так как особых случаев в связи с пандемией и со всем остальным у нас не предвидится, поэтому я его использую каждый день, потому что срок годности через год, мне кажется, либо через 1,5 года точно подойдет к концу, и не хочется, чтобы такой хороший продукт, как говорится, пропадал. Поэтому я пользуюсь практически каждый день, получаю просто наикрасивейшее сияние, такое свечение изнутри, и довольная, как слон, хожу, поэтому это то, что касается сияния, свечения, этот продукт подсветит, здесь есть явный золотистый пигмент, и за счет этого пигмента еще и минимальное такое выравнивание общего тона лица произойдет. Пытаюсь найти кисть, с помощью которой я все это делаю, но не могу ее найти, поэтому давайте подтушу пальчиками. Тушуется очень легко, смотрится ровненько, ложится ровненько, никаких вопросов, никаких проблем. Действительно, самое лучшее из всего светящегося, что у меня есть на данный момент. И вот это тот продукт, который, скорее всего,
по крайней мере, мне прослужит около года. И раз в год, если хочется себя побаловать, тем более, когда есть большие скидки, тем более, когда перед Новым годом большие распродажи, вот я бы его точно повторила и купила в качестве подарка для себя любимой, потому что это средство, которое стоит того, по крайней мере, по моему впечатлению, красивый, подсвеченный. Получился финиш, я не слишком ровно хорошо тушевала, потому что буду использовать тональную основу. Если я использую только это средство и не использую тональную основу, то я подтушевываю. Лучше подтушевываю с помощью кисти, дальше прохожу спонжем, чтобы не было явно видных границ. И также я наношу гораздо меньше продукта. В качестве тональной основы сегодня будет Парадиса от производителя Релуи. Очень красивый, живой, я его называю, потому что натурально смотрится. У меня, по крайней мере, такие ассоциации с натуральным, свежим лицом, отдохнувшим. И таким увлажненным, за которым прям ухаживали, которые водили по салонам и делали там разные процедуры. В общем, именно такое. Именно такие ассоциации у меня с этой тональной основой. По моим впечатлениям, это одно из лучших белорусских тональных средств. И я нанесла, как вы видите, совсем чуть-чуть. Это небольшое количество, потому что средство очень жиденькое. И здесь средняя кроющая способность. У меня это второй оттенок, тон под номером 2. С явным желтым отливом, с явным желтым подтоном. Но так как у меня свеже нанесенный автозагар, то под автозагар мне идеально подходит и не смущает меня этот желтый подтон. Я вам уже не раз расхваливала это тональное средство от Релуи, эту тональную основу, потому что она действительно хороша. И у меня получилась очень красивая сияющая база, с которой мы дальше будем работать. Дальше консилер я не всегда использую, но сегодня, так как мы снимаем видео, я немножко нанесу, плюс тон я не наносила вот в эту зону под глазами, поэтому совсем чуть-чуть мы ее высветлим и скорректируем с помощью консилера. Я буду использовать мой любимый консилер от производителя Bellora Design в 102 оттенке. Консилер называется Soft Focus. И совсем немножко нанесу в уголочки и также в качестве базы на веки. Подсвечу свою еще вот эту носогубную складку и немножко на подбородок. По центру я его не буду добавлять, потому что не хочется мне перегружать эту зону. И все так же спонжем я буду консилер подтушевывать. И дальше мне нужно припудрить те зоны, на которые я наносила консилер, потому что это единственные места, которые моя сухая кожа воспринимает в качестве припудривания и где пудра смотрится уместно. Буду припудривать все с помощью банановой пудры от производителя Evelyn. И маленькой кисти, так как участки будут небольшие, то и кисть маленькая мне подойдет. Так, и я закрепляю, фиксирую консилер. И закрепляю также мои носогубные складки. Какой же приятный аромат у этой пудры. Я еще видела персиковую пудру у Evelyn. Нужно обязательно попробовать. И персиковую купить, потому что мне безумно нравится этот продукт. Сегодня будет только два других продукта для лица. Я буду использовать только бронзер и румяна. Но румяна будут с подсвечивающим эффектом, поэтому мне их будет достаточно. Бронзер от производителя Essence, линейка по названием Sun Club Matte Bronzing Powder. И это оттенок под номером 01, самый светлый, который есть. И этот бронзер я использую в качестве своего повседневного бронзера, именно сухого. Я вам слишком много показываю кремовых продуктов, поэтому в этом видео решила показать сухие варианты. Так вот, возвращаясь к бронзеру, я его использую очень часто, потому что здесь светлый оттенок, который буквально на полтона темнее моей кожи, когда на ней особенно нанесен автозагар, поэтому с ним невозможно переборщить, и быстро, большой пушистой кистью его можно нанести, подтушевать, и легкое бронзирование появится, то есть легкий эффект бронзирования, легкий эффект более такой загорелой, отдохнувшей кожи, плюс это полностью матовый продукт, полностью матовые бронзеры мои самые любимые, и его совсем не нужно тушевать, и за счет своего очень светлого оттенка, и за счет того, что он очень-очень легок в использовании. Так, готово. И что касается румян, как я вам сказала, сегодня будут только румяна. Румяна от производителя Benefit, оттенок под названием Georgia. Красивый золотистый персиковый оттенок. И здесь есть явный шиммер. Я думаю, что даже на камеру он улавливается. Но он такой вшлифованный, что ли, в сами румяна. Это не отдельно стоящие блестки. Это именно что-то уже запечатанное в саму формулу румян.
И на кисть большую от производителя GSAP я буду набирать румяшки и поверх бронзера заносить. Оттенок, смотрите, не очень ярко выражен, он очень натуральный. За счет натуральности оттенка, за счет натуральности подтона с ними очень тяжело переборщить и очень тяжело какие-то ляпы сделать, то есть нанести слишком много, потом долго тушевать. Этот оттенок румян как раз-таки все это простит, поэтому очень легко и очень быстро румяшки наносятся. И, а также я их проношу вот сюда к скулам. За счет того, что здесь такая светоотражающая формула, они мне эти места подсветят, и дополнительно никаких сияющих продуктов мне не хочется использовать, потому что вот такого, так скажем, благородного свечения, благородного сияния на повседневной основе мне более чем хватает. А так, девочки, это все, что касалось макияжа лица. Для глаз мы также будем использовать бронзер от производителя Essence. Набираю на пушистую кисть. Набираю хорошо, набираю обильно, потому что здесь светлый оттенок с ним. Как я сказала, достаточно тяжело переборщить. Еще раз проверяю, чтобы у меня ничего не скатывалось на веках. И заношу бронзер в складку. В середине где-то его концентрирую. И далее разношу по внутреннему и уже внешнему уголку. Смотрите, легкая тень появилась. Но она еле-еле заметная. Готово. И дальше я обычно всегда беру свои однушки, потому что у меня много очень красивых однушек от разных производителей. А сегодня буду использовать, наверное, один из моих самых любимых оттенков. Где-то у меня где? Это производитель Lime, и это скорее топер. Тон под номером SP306. Очень красивый золотистый персиковый оттенок. Полупрозрачная здесь база и достаточно большое количество светящихся частиц. И этот оттенок я буду наносить штамповывающими движениями. Ближе к центру и чуть-чуть в уголочке. Также достаточно часто я прорабатываю линию роста ресниц и делаю маленькую стрелку с помощью мягких карандашей от Blur Design. Это простые деревянные карандаши, но достаточно мягкая здесь формула. Очень легко они потом тушуются. У меня этот карандаш в оттенке под номером 102. Это темно-коричневый красивый карандаш. Я его немножко лучше подточу, чтобы он был прям остреньким-остреньким. И буду сосредотачивать его по линии роста ресниц. Так, готово. И чуть-чуть такую маленькую, что ли, стрелочку делать. Просто прикладываю карандаш и соединяю. Что-то вот совсем такое минималистичное. Но так как мы кистью его будем протягивать чуть дальше, то стрелочка, соответственно, вытянется. И дальше маленькой плоской кистью я буду вытягивать стрелочку. Смотрите, я чуть-чуть провела, и стрелка моя прям вытянулась немножко. И также я подтушую границы стрелки, сделаю ее такой более дымчатой. И в качестве туши сегодня буду использовать тушь от производителя Real Huey Touché. Она дает и удлинение, и объем. Очень крутая тушь. Видите, силиконовая конусообразная кисть. Остатки снимаю. Буду наносить тушь в 1,5-2 слоя. Так, готово, смотрите, тушь одним слоем и без туши. Очень-очень заметна разница. И сейчас я то же самое сделаю на втором веке и вернусь к вам. Так, девочки, я закончила с глазами, прикрепила также по 3 пучка на каждую сторону. Я это делаю очень часто, потому что это не занимает огромного количества времени, а ресницы я слишком люблю, чтобы вообще прям ничего туда, помимо туши, не наносить. И нам осталось оформить только губы в качестве губной помады, карандаша для контура губ. Сегодня будет карандашик от производителя ColourPop в оттенке OBVI. И это, как я сказала, и карандаш для контура, и также я им заполняю полностью все губы по центру. Так, девочки, и это все. Это то, что у нас с вами сегодня получилось. Вот такой достаточно легкий, для меня очень минималистичный макияж. С акцентом скорее на губы, чем на глаза, потому что на глазах у нас прям совсем минимум-минимум. Надеюсь, что вам понравилась такая идея. Надеюсь, что вам понравился еще один более простой, более легкий в своем исполнении летний макияж. На этом я с вами буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр. И очень скоро мы с вами увидимся в новом видео. Всем пока-пока. До новых встреч.